Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Nissan Leaf. Небольшой ремонт переда. Итак, есть проблема с зазорами и немного помяты крылья. Все это мы будем ремонтировать. Такая же ситуация и на другой стороне. И первым делом я буду делать зазоры. Привязываю за петлю и немного за ее подтяну. Итак, петли вытянул, теперь равняю сам капот. Внутри каркас имеет вмятины, выравниваю их, иначе он согнется обратно. Итак, с капотом я закончил. Теперь равняю поврежденные части телевизора. Теперь выравниваю железо, которое осталось на машине. Итак, теперь все прекрасно. Устанавливаю другие части переда. Итак, работа с металлом закончена. Разбираю все и отдаю машину на покраску. Итак, машину привезли с покраски.
осталось ее собрать. Итак, ремонт этой машины закончен. На ремонт в общей сложности ушло 7 дней. 3 дня работа с металлом и 4 дня покраска. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!